Слушай, брат. Нет, потому что у него это. У вебинара есть два номера. Это 130. Погоди, ну да, ошибся в смысле как? У него есть второй номер, 111. Ты про это? Ну, это 132. Ага, тогда я поправлюсь. Бывает. Я уже старею, бывает. Ладно, спасибо, что поправил. Есть же люди, которые и это знают, дотошные, поэтому спасибо. 132, правильно? 132. Ага, спасибо за поправку. Так, добрый вечер, друзья. Мы снова вместе. Немножко раньше 132 вебинар. Так, 132. Ну что, начинаем. Поправили меня. Их уже столько, что я уже путаться начал. Значит, начнем мы с поздравления. Я не знаю, смотрит ли регулярно Николай Склокин. Меня в последнее время мы мало общаемся. Вот. Но у меня друг, я получил от него толковое грамотное письмо. И так совпало, я получаю сообщение, что мы все должны поздравить Николая Склокина. Значит, ну, наверное, другого такого Николая Склокина, может, нет. Поэтому я его поздравляю от своего имени. Дали бы какой-то умница. В последний момент я как-то со знаком вопроса меня поправили, сказали, а есть еще другая дата. Вот. Но эта дата официально была мне передана от этой самой, от моего мира, что ли. И получается, я решил лучше поздравить лишний раз. Вот. Тем более, что он того достоин. Так, почему здесь, начиная с его фотографии? Когда-то, несколько лет назад, у него мой персик выглядел вот так. Вот. А у него не может быть хуже. Почему? Потому что это Склокин. А вот эта фотография, она, конечно, уже там персик выглядит сейчас иначе. Надеюсь, что он жив-здоров. Я попрошу его прислать свежие фотографии. Вот. А повод как раз вот то, что у него день рождения. Поздравляем.